На улице, с чьё название произносится типа как Тай-Саят, если я правильно произношу, что на Пхукете, то есть улица, на которой находится Тайгер Кэмп. Я снял большой сегодня вот обзор по этому, по локации по этой. В отеле Бансуан Резорт вот появился вот такой еще спортивный зальчик. Да, вообще кругом спортивных залов дофига. И кроссфита, и борьбы, и тайского бокса, и студии йоги. Но вообще приятно, когда отель заботится о постояльцах. И, конечно, разумеется, что на улицах, в тех залах, которые там есть, все не бесплатно. И цены, в общем-то, нормальные. Одна тренировка один день может стоить до 450 бат, что почти 1000 рублей, за целый день занятий. Здесь же все входит в стоимость. И кардиозона здесь есть, в общем-то, по сути. И силовой, если тренажер, силовая рама такая есть, в которой, в принципе, и кроссовер, и жим ног. Вот. Я еще принес сюда свою резину. Вот она лежит здесь. И, собственно говоря, все. Я полностью дополнил все, что мне нужно. Единственное, что не хватает, это гантельного ряда. Я бы сюда бы стоечку гантельную бы поместил, и было бы вообще нормально все. Так что вот просто сегодня не работал тот зал, куда я записался. Он работает сегодня только до 3 часов, это воскресенье. Поэтому я пришел сюда. В общем, если бы даже и такого зала не было, я бы просто позанимался бы калистеникой и резиной. Но тем не менее, очень приятно, что в Бансуан появился вот такой вот зал. И так оборудование, в общем-то, довольно приличное. Но в кардиозоне так вообще хорошенькое. Ну ладно. Вот такой вот еще маленький в копилочку видеоподкаста «Пустая». Еще один такой ролик. До встречи, друзья!